Всем легкого и светлого настроения! Меня зовут Лариса, и я рада, что вы зашли на мой рукодельный канал. Сегодняшний мой ролик – это продолжение предыдущего мастер-класса, в котором я показывала, как сшить вот такие яркие детали очень простым способом. Несмотря ни на что, способ простой и дает простор фантазии просто колоссальный. Все основные моменты я прописала на экране, и вы видите в виде титров, поэтому все зафиксировано, ничего упущено не будет, если вдруг меня опять куда-нибудь занесет. Но все свои вопросы вы, как всегда, можете задавать в комментариях. На вопросы, девочки, я буду обязательно отвечать. Я говорила вам, что у меня нет там возможности на каждый комментарий ответить, но если это вопрос, который касается вот конкретного пэтчворка, я вам обязательно отвечу. Ну и не только, можете задавать любые вопросы. На вопросы я отвечаю. Ссылки, кстати, на все мои инструменты есть в описании под видео. Я с удовольствием буду делиться с вами всеми своими находками, чтобы ваше рукоделие, ваше творчество было легким, комфортным и доставляло вам только удовольствие от процесса, а не выжигало там последние наши женские нервы, да? Поэтому обязательно заходите всегда в описание, и там найдете очень много всяких полезных ссылочек. Таким образом, я подготовила необходимое количество деталек. У меня это получилось 16 таких треугольничков, которые собрались в 8 квадратов. И теперь самое интересное – это вот собирать рисунок. Посмотрите, прямо на глазах, вот один раз повернула, и уже какая-то там петелька, да, получилась. То есть тут можно поиграть вариантами, поперекладывать, как-то по-разному посоставлять. Можно вот такими вот дорожками и такими лапками выложить, да. Можно, не знаю, кругами, восьмерками, то есть вариантов много. Я же решила остановиться на таком. У меня это будет декоративная салфетка к скорому празднику Пасхи. И мне очень понравился этот вариант. Я не хотела там вот эти зайцы, яйца, там вот это все вот придумывать. Мне кажется, что это феноменально просто подходит к скорому празднику, потому что светлая ткань, яркие краски, ну что может быть более подходящего, да? Поэтому я продолжаю сборку, и доходит место, время, да, вот этого вот дырявого кусочка. Ну эту дырочку мы оставим в сторонке, мы ее уберем и вот опционно вырежем то, что нам пригодится. Я это все пришью по кругу, и у меня получается вот такой уже подготовленный к работе сэндвич. Он дополнен наполнителем, это синтепон заутюженный, и все это сметано, чтобы у меня при стежке ничего не шевелилось, никак не надо. Стежку буду делать вот такими нитками, мои любимые, тоже найдете их в описании. Нитки феноменальные, очень красивые, в итоговой работе уже сама стежка такая немножко с блеском получается. Ну и вот она моя работа, которую я закончила. Стежка самая простая, это по контуру в центре получились такие у меня звездочки. И стиплинг по полю. Все очень просто, очень ярко. Работа из серии в жизни выглядит в 100 раз лучше, чем на видео. У меня почему-то так часто получается, как-то, не знаю, может, снимаю как-нибудь не так, но, тем не менее, работа мне очень понравилась. Вот прям светлая, легкая, радостная, доставляла мне просто комфорт феноменальный. Также абсолютный комфорт мне доставляете вы, потому что вы самая лучшая аудитория. И большое вам спасибо за донаты, за комментарии, ваши лайки. Вы просто феноменально мне помогаете. Я даже сейчас вот эмоционально буду так говорить, но вы лучшие зрители, знаете это. Продолжение к этому комплекту будет обязательно, поэтому оставайтесь на канале. Я всем вам очень рада. И спасибо, что вы со мной. Я есть еще кое-где, поэтому заходите, присоединяйтесь. Всем спасибо, мои дорогие. Заходите обязательно и оставайтесь. С вами была Лариса. До следующего видео.